Друзья, много комментариев было на тему, как же сносить вот эти нежилые помещения, которые рядом с домом находятся, шойны. На видео я показывала там шойны. Видите, какое оно большущее, высокое, 16 метров в длину. И кажется, что его снести это очень-очень много времени понадобится. Вот я в Ютубе нашла видео, как раз подходит под нашу тему, как сносить. И как вы можете убедиться, сносится все очень-очень быстро. Вообще, например, у нас в Заарланде, где я живу, в Германии, у нас не требуются никакие разрешения на снос зданий. Вот. Где-то требуется разрешение какой-то земле. Нужно это заранее узнать перед тем, как сносить какое-то здание. А вообще это носит уведомительный характер. Вы можете зайти на сайт Bauamta, взять там формуляр на снос, заполнить его и отправить его по почте, так скажем, как по-русски это слово, господи, с надписью, с тем, что люди придут и получат это письмо. И